Допустим, нужно сделать анимацию волн. При помощи модификатора добавляем сами волны. На первом ключевом кадре делаем первую пометку с помощью клавиши I. И на последнем ключевом кадре делаем, допустим, значение 30. В начале и в конце оно затормаживается, так что кадров на 20-30 перемещаем. Shade Smooth. Теперь идем в настройки, Add-on, и в поиске вбиваем MDD. Включаем NDD формат. Текущую анимацию, текущий plane. Экспортируем формат MDD. Сохраняем этот формат на компьютер. После сохранения на компьютер выделяем все ключевые кадры и удаляем их. Также удаляем модификатор. Добавляем модификатор Mesh Cache и загружаем тот формат файла MDD, который мы до этого экспортировали. Анимация осталась та же. Мы ее экспортировали. Теперь, чтобы придать ей бесшовности, а она сейчас со швом, нужно сделать следующее. Дублируем модификатор. И на одном из них ставим силу в 0. Делаем первый ключевой кадр. I нажимаем на том и на том. Далее. Допустим, кадров будет 50. И теперь все делаем в обратном порядке. Тоже нажимаем I. После этого ставим время начала на минус 200. И конец на 200. Как видим, анимация теперь бесшовная. А также, чтобы сделать бесшовную анимацию, без формата MDD. Добавляем, допустим, круг. По нему будет скользить солнце. Добавляем само солнце в виде UV-сферы. А круг нам нужно перевести из меша в кривую. В константах выбираем Follow Patch и добавляем кривую. Размер нужно применить. Теперь наш шарик скользит.
можно сделать emission. И теперь непосредственно анимация солнца. Значение 50 идет на первый ключевой кадр, I. А на 200 ключевой кадр идет значение, чтобы совершить полный круг. Тоже I. И теперь нужно сдвинуть либо первый ключевой кадр, либо последний на один кадр вне тайминга. Но тут возникает другая проблема. Открываем граф эдитор и солнце. Выбираем все, нажимаем T и выбираем линер. Теперь анимация будет плавной. И она бесшовная.